обучению студентов он считал главным делом своей жизни и вкладывал в это очень многое. И вот этот пример того, как человек отдается именно преподаванию, он повлиял на меня, когда я уже стал преподавателем. То есть во многих сейчас молодых преподавателях, которые выпускались с курсов Рината Касимовича, в них это осталось. Теперь они точно так же погружаются в материал и очень много себя дают студентам. Хочу отметить широкий кругозор Рината Касимовича. У него был редкий сплав математического мышления и инженерного подхода к делу. Он почти все начинания в области информатики, в области разработки программных продуктов доводил до конца. Это редкое качество было. Это качество редким было тогда, и оно редко встречается сейчас. Мне очень приятно, что все-таки вот такая память о моем отце, она живет в студентах и вообще в стенах университета, поскольку я дома как дочь наблюдала только то, как он очень много времени посвящал своей работе. То есть он мог сидеть ночами, готовиться к каким-то лекциям, проверять студенческие работы, составлять какие-то билеты для экзаменов. Вот это я наблюдала. И то, что такой вот отклик у студентов, все его трудные усилия нашел мне очень приятно. В сфере информационных технологий в Казани огромное количество работает его учеников. Все эти люди беспредельно благодарны Ринату Касимовичу. Он был очень ответственным, высокопрофессиональным преподавателем, который полностью отдавал себя работе в университете, работе со студентами, не щадил себя не ради себя, ради студентов, ради университета. Он, в общем-то, вот, приходил на работу. Я считаю, что поэтому мы должны помнить его и дать имя Рината Касимовича этому музею. Это вот такой вот способ увековечить имя того человека, который всю жизнь свою посвятил нашему университету. В кармане лежит телефон, мощность которого на порядок выше, чем суммарная мощность всех тех учителей, которые здесь представлены. Но тем не менее, мы с этим считали, работали, и мы хотим, чтобы это все помнилось. Мы также планируем приглашение сюда школьников для того, чтобы давать им возможность потрогать эти экспонаты, посмотреть, они все рабочие, в рабочем состоянии, вот, и ощутить, как бы, что кроме айпадов... То есть до эпохи айпадов тоже существовала жизнь, она была интересна. Должны знать, сколько.